Сегодня я нахожусь в Лазаревском районе, ЖК Семейный. И вот такое вот долгожданное видео специально для вас. Сейчас, буквально пару дней назад, получили акты ввода в эксплуатацию. Перед этим получили ЗОС. И сейчас, что хочу вам сказать, осталось совсем чуть-чуть до начала ремонтов. Так что, друзья, сейчас пробегусь по территории, покажу, что, где, как. Расскажу вам чуть-чуть о том, что еще осталось в продаже, кому интересно. Ну так, в общем, по мелочам. Вот, и жду сейчас встречи с руководителями проекта для того, чтобы узнать более точную информацию. Вот, и кто досмотрит до конца, тот узнает некоторые интересные нюансы. Так что оставайтесь на связи, пошлите, походим. Ну вот, друзья, я сейчас зашел во внутренний дворик, показать вообще, что здесь происходит. Здесь он поливы, я смотрю, сделали, пешеходные дорожки уже сделали. Вообще, короче, просто капец, как шустро работают. Сейчас пойдем на двухуровневую парковку, там, где эксплуатируемые, уже вижу ворота какие-то. Вижу ворота, не знаю, вам видно, вон уголочек, уголочек ворот торчит, будет дети твари разгуляться. О, ну вот, кое-как добрался до площадки, а тут уже, ой-ой-ой, как все смотрится, друзья. Я только что зашел и посмотрел в программе, что происходит. Вот, и о, солнышко уже пока за домиком спряталось. Можно это, снять очки. Смотрите, только что посмотрел шахматку, что здесь продается. Здесь практически ничего не осталось. И я не знаю, сейчас средняя цена где-то около то, что осталось, где-то, ну, порядка 120-135 тысяч за квадратный метр. Найти еще здесь что-то практически нереально, я даже не знаю. Все, кто хотел купить, уже купили. И сейчас уже в основном идут какие-то перепродажи, так что не знаю. В общем, если есть у вас желание еще приобрести, конечно, звоните, пишите, я с большим удовольствием вам расскажу, что еще можно сделать, то есть созвонимся. Очень много инвесторов здесь заходило, потому что я помню, мы в инвестиционных проектах тоже участвовали и могли по очень хорошим ценам еще здесь брать оптом, скажем так. Ну, уже все, поезд ушел. Я сейчас посмотрел, практически во всех домах все продано, не считая первая очередь или вторая очередь. То есть это первый, пятый корпус, неважно вообще. То есть практически все уже, практически все распродано. То есть остались там совсем какие-то первые этажи, там, ну, вот что-то в таком плане. Что еще хотел бы сказать, друзья? В ближайшее время, конечно же, зайдем на ремонт, так как получили акты ввода в эксплуатацию. ЗОСы получили до этого где-то месяц назад, так что первая очередь сдается, ну, четвертый квартал 2020 года, да. А вторая очередь, получается, в 2021 году будет. Так, ну, пойду сейчас к руководству узнавать, договариваться, на каких условиях мы будем сюда заходить, так как территория эта будет закрыта, и очень много будет сейчас разговоров
для того, чтобы найти какой-то компромисс с точки соприкосновения, потому что у нас очень много здесь заказов. И сейчас наши подписчики ждут, что я им скажу. Вот, так что еще чуть-чуть, и вы все узнаете. Так, ну вот, дорогие друзья, сейчас вот закончилась наша встреча. Замерз, короче, я сильно, залез в машинку погреться. Вот, и как раз заодно сейчас хочу вам рассказать, чем закончилось и когда ориентировочно можно будет выходить на ремонты. Смотрите, так как сейчас уже начались праздники, и передача документов — это процесс не быстрый и не все успеют, то скорее всего это конец, где-то вторая, даже не конец, а вторая половина января будет приблизительно для выдачи ключей и, соответственно, выходов на ремонт. Так что пока ориентировочное время — начало января, потому что очень много людей, которые, наших подписчиков, которые ждут этой информации очень-очень. И, к сожалению, конечно, я с не очень хорошими новостями для вас, уж простите. Но, тем не менее, знаете, все-таки информация, на что рассчитывать, это уже хорошо. Так что, друзья, не ругайтесь. Постарайтесь понять и застройщика, и всех вот, все структуры, которые здесь сейчас пытаются сделать все это красиво, потому что мы сейчас коснулись даже простого вывоза мусора, который нужно сделать централизованно, чтобы это отвечал определенный человек, то есть создается целая вот комиссия, как бы, ну так это громко, конечно, сказано, не комиссия, а какой-то контролирующий орган, который будет следить за всем этим делом, и нерадивых строителей, которые будут портить всевозможные места общего пользования, тогда будут отвечать за это все. Так что, друзья, имейте в виду, что не все так просто, и поймите, отнеситесь к этой информации именно правильно, с нужными такими показателями. Так что, друзья, всего доброго, оставайтесь на связи, и всего доброго, пока-пока.